36-летняя поп-звезда наслаждается романтичным периодом своих отношений с 27-летним баскетболистом Янисом Тима. Сегодня Анна Седокова запустила поцелуйный челлендж. Певица порадовала своих поклонников необычным видео. Анна очистила луковицу, после чего принялась ее есть. Затем секс-бомба начала целовать своего бойфренда. Однако Янис попытался отделаться коротким чмоком. Тогда Седокова вынудила игрока подмосковных Химок и сборной Латвии тоже откусить луковицу. «Вкусно?» – поинтересовалась она. «Хочешь?» – ответил Тима. «Нет», – призналась Анна. «А чё так?» – спросил мужчина. Исполнительница оставила его вопрос без ответа. Ролик, действие которого проходит под песню Седоковой «Чиполлино», окончился страстными поцелуями пары в губы. Как проверить парня, любит ли он тебя? Легко. Решетка челлендж, который он заслужил. Снимай свои решетка Чиполлино челлендж под мою песню. Выкладывай тут и в ТикТок, и выиграй ящик самбуки или деньги. А вам слабо? Призвала Анна. Она добавила, хёштег решетка отвратительно. Поклонников артистки позабавило увиденное. У вас определенно любовь, написала одна из фанаток. Да, проверенная ароматом, заверила Седокова. «И зачем это?» – задумчиво отметил один из пользователей. «Для здоровья», – ответила Анна. Однако несколько фолловеров критично отнеслись к этой идее звезды. «Так желудок можно испортить, и я об этом. Это же ядерная бомба для желудка», – поделились они мнением. Недавно жена Яниса заявила, что похудела от нервов. В конце ноября спортсмен расторг брак с супругой Саной, с которой воспитывает маленького сына. Ласки Анны с молодым возлюбленным в автомобиле потрясли Ольгу Бузову.